наблюдал, вот специально ночь решил не спать, а понаблюдать, что ночью творится вообще. Ну, сова, ух, прилетела, села. Я думаю, тебя, может, поймают. И смотрю на эту сову. Мы, и собака у меня так внимательно. Мы вдвоем с этого убежища смотрим. А она смотрит, ей интересно, и мне интересно. И вместе мы с собачкой наблюдаем, вот что получится, как она будет. Эта сова-то охотится. На. Вот мы ждем, ждем. Она тоже, сова ждет, мы ждем. А эти крысы не вылезают, никто ничего не вылезает. Потом раз начали потихонечку влезать. Я думаю, сейчас писк появится. Ну, обычно сова же как хватает, обязательно мышка пищит. Должна. Ну, этого что-то ничего не исключил, не получилось. Ну, вот эти крысы за мышами гоняются. Они их просто пожирают. Вот, вот как кошка мышей пожирает, так же эти крысы, вот, они за ними гоняются. Ну, мышка-то маленькая, у нее норка тоже маленькая. Она в эту норку раз успевает забегать, а крыса дык-дык, а в норку-то не может залезть. Ну, пока пророет, она уже мышка хрен его знает, куда может убежать. У нее там же ходов дофига. И вот пока тят, у них война идет. Крысы в эти и мыши. Ну, и мне надо их подкармливать. Если я их подкармливать не буду, то они пережрутся между собой, передерутся. Мне сейчас надо тех кормить, и этих, и мышей кормить, и крыс. Ну, крысы сейчас бегают. Ну, они сейчас сыты пока, пока я их кормлю. Вот крупу нашел, кто-то крупу некачественную выкинул. Вот я им притащил, всех накормил. Птичек кормлю всех, мышек. Да у меня вообще с ними весело жить. Они даже по мне бегают, особенно вот эти мышки по мне бегают. Маленькие. Крысы-то боятся, не так. А мышки-то бегают, маленькие такие. У них такие, уши мне интересные у них. Уши такие здоровые у них, как локаторы, на. Ух. А мордочка маленькая, только смотришь одни уши, на. Уши выглядели. Интересно так, раз, и по мне они интересные такие. Ну, мышки, они эти как, вот, не домашние. Домашние не так интересно, а вот эти... Дикие на природе, они намного раз красивее, это интересно. И у них уши, главное, вот уши такие здоровые, большие, как у слона. Интересные мышки такие. Вот с ними я и дружу, с этими, со всеми мышками. Да. А у меня вот собака что-то вообще какая-то еще или не приученная, или к чему-то. Ну, мышек не так ловит. Ловит, если побежит где-то по снегу уже, вот так, тогда пальма. А так сама, что прыть пока еще... Нет, мать не доучила, видать, что ли, ее на. Ну ничего, может, научится ей только этой собаке всего 8 месяцев еще молоденько. Как-нибудь научится. Я вот жду. Вот у нас даже в природе человек, вот давай про ролик потом.